Антеле, самый древний инструмент хранится в музее в городе Хельсинки, и он датируется 16 веком. Так вот, тот инструмент не потерял свои формы, то есть он точно такой же. Мы сохранили его в тех же размерах, в тех же вот объемах, представляете? С 16 века это говорит о том, что форма уникальная, идеальная, универсальная, и я вас сейчас покажу, как звучит наш инструмент кантеле. Сыграю вам наигрыш севернокорейской руны. Старинные эпические песни, которые бытовали у карелов. Вот у русских эпические песни называются былины, да, эпос русский. А у карелов это руны. И наши руны рассказывают тоже о древних таких людях, мужественных, очень много знающих. И главный герой нашей руны, наших рун севернокорейских, это Вяйнемёйнин, герой Вяйнемёйнин. И вот, как гласит Калевала, а это карело-финский эпос, который составил Элиас Лёнрад, финский ученый, финский писатель. Так вот, Вяйнемёйнин, главный герой этого эпоса, и он рассказывает, что первые кантеле как раз изготовил Вяйнемёйнин. Однажды он со своими друзьями Илмарином и Йоукахайнином плыли на огромной лодке по большому озеру. И вдруг их лодка наткнулась на что-то большое. Они глянули вниз, и это оказалась огромная щука. И наши герои стали бороться с ней, победили ее, вытащили на берег, и она оказалась такая большая, что можно было накормить целую деревню. Из этой щуки сварили уху, калокейта. И осталась голова. Что же из нее сделать? И вот Вяйнемёйнин подумал-подумал и решил из головы сделать кантеле. Между зубов щуки, вот если так щука откроет рот, вот так вот, да, между зубов щуки он натянул струны, а вместо струн он взял волосы воздушной девы. Так гласит нам наша руна. И начал играть на этом инструменте. И когда он играл, то много дней подряд все люди, звери, птицы, рыбы приходили и слушали звуки этого чудного инструмента. Ну, а когда, говорят, даже мужи зрелые слушали и плакали от звуков этого кантеля. И когда их слезы падали в море белое, то они превращались в жемчуг. Представляете, вот какая интересная легенда. Ну что ж, сыграю вам еще разочек, еще один наигрыш, нюкутус. Танцевальный. А мать мне подыграет, да, он мне подыграет, потом возьмет Пилли флейту и подыграет мне. Кантеле было очень любимо нашими предками, и очень часто танцы, беседы устраивали, сопровождались танцами. А танцем аккомпанировали кантеле. Еще один инструмент у карелов есть такой уникальный, с
своеобразный. Это йоухипо. Йоухипо по-корейски это конский волос. Конский волос раньше использовали не только для смычка, как сейчас, но и струны натягивали. Кстати, и кантали тоже струны использовали конский волос первоначально, но он был глухой, такой тихий. А потом стали использовать жилы, а позднее уже стали использовать металлические струны. Так я покажу, как звучит наша йоухипо. Инструмент похож, конечно же, на все струны скрипку, а похож на русский гудок. Но его особенность отличительная в том, что на нем играют не передними пальцами фалангов, а задними. То есть мы назад зажимаем пальцы. Вот это удивительная особенность игры на нашем инструменте. Йоухипо очень часто звучала в качестве сопровождающего инструмента, например, песням. И вот мы сейчас с Матти исполним вам люхетпайо. Байкучома, байкучома, ранна сонве, чомен бар. Намя брига, чома брига, мели он ве, чомен бар. А ты подороженька не пой. Да у тебя голос не такой, есть такое голосьё, да дыбом станет волосьё. Дорогом я сей жотан да думаче, не колдоси, но на любя не гайдай, думаче. А вон корова пролетела прямо в теплые края, ну а мне какое дело, ведь корова не моя. Пая дыстана, пая ластана, пая лайба миннета, на ева топай станет, да как сегодня упаята. Я саной аля ветю дармене, колы мамо сана зентани стентемен кезазе. А с высокого комода уронили мазиво, нам спасибо за чистушки, вам за пучи глазие. Спасибо, Зуба. Ну, а сейчас... А сейчас я хочу вас спросить, как вы думаете, какая профессия у карелов в 19-18 даже веке была самой престижной? Рыбалка. Нет. Рыбалкой в Карелии занимались все, просто от мала до велика. Вот 5-летний ребенок удочку научился держать, все, уже все ловили рыбу и до 80-летнего возраста. Как же раньше выпечку каждую пик дома утром встала хозяйка. Там как-то были, которые пушнину собирают. Пушнину собирают. Пушнину вообще охотниками были многие мужчины. Они ходили на промысел, и без этого было жить нельзя. Как это были деньги. И зелена тоже делали. Каждая тетка умела делать. 5 лет девочке исполнялось, ей давали прялку в руки, и она начинала себе готовить приданое. Кузнец. Кузнецы были, да, тоже в каждой деревне, но нет. Сапожник. Сапожник нет, тоже в каждой деревне был свой сапожник, или они ходили из деревни в деревню. Частушки, ну так, пели. Вы подумайте, пожалуйста, частушки пели, иди-ка ты будешь с частушками. Совершенно верно. Тетушка Анди всегда любит подсказывать, да.
нашим гостям. Пастух. Почему? Потому что корова в семье самое дорогое. Потому что корова – это жизнь, это питание. А, в каждой корейской семье было по 10, ну, зажиточный, хороший такой, 10-15 коров. А без этого было не прокормить 40 человек семьи, которая живет, да, в большом карельском доме. Но карельскую коровушку держали не только для еды, а еще и для... Ну, молоко это еда. А еще и для навоза. А, потому что наша земля очень рискованное земледелие, да, поэтому здесь земля очень кислая. А, и поэтому здесь нужно было хорошо удобрять. Удобрять можно было только коровушками. Вот, и поэтому, вы представьте, если вся семья трудится с утра до вечера, а особенно летом, это просто невероятно занято все дни. И... Куда деть коров? Вот рядышком пастись нельзя, потому что здесь огород, здесь мы покосим, нам на зиму нужно еще накосить вот столько. И поэтому выпасать приходилось на островах, в лесах, где-то в болотной траве, чтобы она кушала. И для этих целей вся община нанимала пастуха. Ну вот я обычно говорю мужчинам, вы вот свою машину доверите первому встречному? Навряд ли, да, так обычно все и говорят нет. А корова была раньше дороже лошади, представляете? Потому что она была кормилицей. И потом первым встречному ее не отдавали. Нанимали пастуха, который имел большой авторитет, у которого были знания в области ветеринарии, который был немножко колдуном даже, потому что я говорила вам, да, что карелы были такие двуверные, да, то есть они очень верили в духов леса, и на пастухе лежала миссия договариваться с небесной лесной канцелярией, чтобы сколько взял коров, столько и в конце сезона вернул, то есть он брал их в мае коровушек и в октябре опять возвращал, да, вот, ну, как бы, все, стадо, а? Не-не-не, это он каждый день приводил их домой, да, но возвращал, в смысле, в дом уже, все, они уже вставали и на пастбище больше не ходили. И все это время вот община содержала этого пастуха, как уважаемого человека, они его кормили, поили, платили зарплату. Ну и пастух, как и всякий любой вот, уважающий себя профессионал своего дела, имел свой набор инструментов. И у него были музыкальные инструменты в арсенале. И одним из первых инструментов пастуха была торви. Торви, труба по-корейски. Это вот такая большая длинная палка, полая внутри. Пастух сам изготавливал свои инструменты. Он выходил в лес весной. Надо сказать, что... Поскольку они были суеверны, то свои инструменты пастухи никому не давали. Не то, чтобы играть на них, но даже и смотреть, как они изготавливают. И только потом, передавая свою традицию кому-то одному из, вот он все это рассказывал и показывал. Но я хочу сказать, что наши музыкальные инструменты не рабочие в плане пастушества. Да? Поэтому мы своим гостям даем их потрогать, посмотреть, послушать и все остальное. Итак, Мати покажет вам сейчас, как же поет вот именно эта торви. Аккуратно. Голос торви был слышен за 5-6 километров в лесу, да, очень далеко. У пастухов были свои особые сигнальные такие наигрыши, которые могли сообщить об опасности, могли сообщить, передать какую-то информацию. Ну, мы предлагаем смельчакам попробовать поиграть на торви, на нашем, если есть желающие. Вот, будьте здоровы. Да, живите богато. Есть желающие? А чем дышать-то надо? Грудью или животом? А, дышать можно всем, чем можешь дышать. У торви, да, есть. Ну, если кто-то был в детстве в пионерлагере, когда-нибудь играл на горне. Воздух. Подождите. Как дохнуть или не выдохнуть? Как туда дышать. Все духовые инструменты мне нужно дышать. Только не все. Да. Да. Конечно, так и так, да. Так все города никто не... Потому что сама труба, она не поет. Она звук только усиливает, сама звук она не извлекает. Она только усиливает и, ну, придает ему краску. А поют наши губы. Вот так вот. Ну ладно, после нашей беседы вы сможете подойти, в принципе, посмотреть, их потрогать, сфотографироваться с ними, с этими инструментами. Следующий инструмент покажу. Это тоже торви.
немножко иная, да, колесная, выполнена в виде колеса такого. Это тор, да, Валторна, совершенно верно, как Валторна. Ее можно повесить уже на плечо, руки свободны у пастуха. Я хочу сказать, что все наши инструменты сделаны, сделаны как реплики музейных экспонатов, поэтому они настоящие, именно с такими пастухи и ходили. Так, покажу, как поет этот орви. Звук торви зависит от длины трубки, от ее толщины, от материала, из которого сделан. Вот это сделано из можжевельника, а раструб сделан из ели, а эта труба вся сделана из ели. Вот так, ну может быть вы эту... А вы теперь уже научились! Вы уже научились ее играть! Попить буду бу-бу-бу-бу! В эту трубу? Тот же самый принцип, да? Играют наши губы. Играют наши губы. А труба только усиливает и украшает звук. Хорошо. Не-не. Ты же обычно на сует. Да, вам же объяснили. Вы уже умеете. Вы уже умеете, да, вы уже умеете все. Итак, хорошо. Следующий тип инструментов – это сарви, различные рога. А, ну, мы знаем, да, пастуший рожок. Так вот. Запоминаешь сам? Потом повторим с вами. Рожки, сарви. Итак, здесь сейчас пастухи-то есть у вас? Пастухи, вот один мать и остался. Да, один мать и остался. А коров? А коров нет, к сожалению. И петуха последний раз. Не говорите, да, придется опять, зима придет, будем запасаться. Итак, пуки сарви, козий рог, был еще лехмю сарви из коровьего рога. И пу сарви, деревянные рога. Так, пуки сарви. Жарковато сегодня, мне что здесь тоже играют наши губы. Это называется так называемые амбушюрные инструменты. Играет амбушюр наш, да, наш рот. А инструмент только усиливает звук и вот придает краску. Он плотный, поскольку, да, то вот он может так вот. Так. И вот теперь пу, сарви, деревянный рожок. Или еще называли его лирутти. Лиру, лирутти. Вот наши пряжинские пастухи очень любили ходить вот с этими такими инструментами. И в 20 веке еще до войны пасли именно с такими инструментами. Инструмент влияет влажность и температура, поэтому они вот всегда звучат по-разному. И, как правило, инструменты хранились у пастухов год, ну, максимум два, и потом они уже уничтожались, пастухов уничтожали, потому что они размокали, рассыхались и приходили в негодность. Вот. Ну и третий тип инструментов – это флейты или пилли по-корейски. Ну, вот классическую пилли, флейту вы уже видели. Надо сказать, что у нас в деревне еще в 60-е годы 20 века каждый ребенок мог сделать вот такой ивовый свисточек. Вот он был вот такой вот, то есть мундштук, небольшой раструб, да, без отверстий. И играли дети в такие вот свистки, в прятки могли играть, вот, и другие игры. Ну, и вот такая очень необычная флейта. Хорошо, потом, значит, посмотрите. Ну что, тогда мы сейчас с Мати вам еще сыграем один музыкальный номер. Так, а что мы сыграем? Что ты хочешь сыграть? Может быть, пенгеру? Давай, пенгеру. Итак, мы исполним песню «Пенгерл» в сопровождении Кантеля и Пилли. «Пенгерл» за Валенка.
Знаете, у домов есть такие вот небольшие, как скамеечки такие вот обычно у старых домов, да, куда садятся бабушки, дедушки, вот, тетушки, все сидят, смотрят, и какие-то там разговоры разговаривают. Ну, вот, да. Ну, вот, и на нашей заваленке тоже сидят девушки, они делают веночки красивые, плетут их, потом на голову парням одевают, танцуют кадриль, но наши парни вечно где-то бродят. И девки остаются одни. И вот, подождите, парни. А парни в Питер уехали. Ну вот. А наши девки подрастут и выйдут замуж за городских, и останетесь вы с носом, пока там по Питерам очень немного времени, и тетушка Анди уже мне показывает, что уже пора пить чай с калитками. Да, прям нам... Потому ваш... что у них в Улан-Удэ обед. Потому что вас предупредили, чтобы мы вас не задержали. Но вы пьете чай, вы можете взять сейчас там чай, вы можете пойти смотреть инструменты, с ними фотографироваться. Чай можно пить как здесь, так выйти на улицу. Конечно, улице, мы пойдем на улицу. Гроза еще пока нас не настигла. Самовар готов. Чай с мятой. Ни у кого аллергии нету. Мята свежая. Есть. Все, берите заварочку. Можно без мяты. Мы сейчас...